Всем привет! С вами Тарас Благовещенский. И сегодня мы записываем для вас занятия по йоге. Для того, чтобы вы могли заниматься дома, ощущая себя здоровыми, активными, гармоничными, даже без посещения клуба. Для этого нам понадобится коврик, вы и хорошее настроение. Давайте приступим. Итак, начинаем занятие. Садимся с прямой спиной, закрываем глаза, расслабляем дыхание, настраиваемся на практику, как на встречу с чем-то приятным и полезным. Отпустите все лишние мысли, эмоции, дела и побудьте наедине с собой какое-то время. Дышим глубоко, расслабленно. Глубокий вдох и глубокий выдох. Делаем несколько циклов дыхания. Почувствуйте, как все тело избавляется от напряжения. Почувствуйте легкость в теле, расслабленность. Почувствуйте, что вам удобно. И со вдохом подносим ладони к сердцу. Выходим вверх ладонями. Раскрытие, вдох. Руки вниз, выдох. И еще раз через сторону вверх. Через сторону вниз. Хорошо. Разминаем шею. Наклоны вперед-назад. Вниз делаем выдох. Назад раскрылись, вдох. Вниз, выдох. Назад и вверх, вдох. Продолжаем в своем темпе. Никуда не спешим. Глубокое, спокойное дыхание. Залог хорошей практики. Хорошо. Поворот лево-право. Сначала поворачиваем голову. И затем чуть помогаем себе руками. Чуть скручиваем позвоночник. В одну сторону. И в другую сторону. Не забываем, что дыхание должно быть расслабленным, спокойным. Хорошо. Центр. Наклоны к уху. В одну сторону и в другую. Во время практики лучше закрывать глаза, для того, чтобы больше концентрироваться на ощущениях тела. Сделали несколько циклов. Голова в центр. Повращали головой. В одну сторону. Несколько круговых движений, мягких. Стараемся все делать медленно, расслабленно, мягко. И в другую сторону. Хорошо. Центр. Руки перед собой, пальцы к себе и от себя. Вытягиваем ладони. Хорошо. Вращаем кисти. Используем для разминки элементы из суставной гимнастики. Для того, чтобы разогреть тело. Или наоборот, как переход от рабочего дня в спокойную практику. В другую сторону. Повращали. Хорошо. Локтевые суставы.
одну сторону мягко, и в другую сторону мягко. Теперь ладони на плечи, вращаем плечевые суставы. Старайтесь, чтобы именно в плечевом суставе было движение. И в обратно. Не забываем про дыхание. Дыхание ровное, спокойное. Хорошо. Опускаем руки еще раз через стороны. Поднимаем вверх. Мягкий наклон в сторону. Вытяжение позвоночника. Можно посмотреть в диагональ вверх, чуть скручивая шею. Вдох. И вернулись к центру. Выдох. И в другую сторону. Вытягиваемся. Раскрываем бок. Вдох. И к центру. Выдох. Хорошо. Руки перед собой в замок. Повращали. В одну сторону, в другую сторону. Руки выгнули от себя. Раскрыли грудную клетку. И еще раз смещаемся влево мягко и вправо. Хорошо. Центр. Теперь вращаем стопой. Пальцы к себе, от себя. Носок на себя, от себя. Вращаем стопой в одну сторону, в другую. Нормализуем кровообращение. Нам понадобится плотная постановка стопы в следующих позициях. Теперь коленный сустав в одну сторону, в другую сторону. И бедро. Мягкое движение. И в другую. Хорошо. То же самое со второй ногой. Пальцы. Носок на себя, от себя. Вращаем стопой. Другую. Коленный сустав. Мягко-мягко работаем. Не делайте слишком быстро. И в другую. И аккуратно бедро. В одну сторону. И в другую сторону. Угу. Хорошо. Мы закончили короткую разминку, поработали с суставами, и сейчас будем переходить к более активной практике. Сначала мы будем делать движения вперед-назад и круговые, и затем перейдем к приветствию солнцу. Руки на голень. Делаем движение грудной клеткой вперед. Раскрытие, вдох. И назад, область между лопаток. Выдох. Вперед, раскрытие. Назад, закрытие. Мягкий вдох. И выдох. Работаем в своем темпе. Никуда не спеши. Если хочется, делайте быстрее. Или медленнее. Хорошо. Мягкий поворот в сторону скрутка. Смотрим за плечо. Подбородок ровно. Несколько циклов дыхания. Старайтесь, чтобы спина была прямой.
вдох, вернулись, выдох, и в другую сторону мягко вытянулись. Спина прямая, макушка вверх, скрутка мягкая, вдох, и к центру выдох. Теперь наклон вперед с утяжением. Старайтесь поставить ладони как можно дальше на ширине плеч или чуть больше. Вытягивайтесь макушкой вдоль коврика. Руки максимально далеко. Растягивайте спину, шею, поясницу, плечевые суставы. Несколько циклов дыхания мягких. Одну руку перекладываем на другую и делаем мягкое диагональное вытяжение. Дышим спокойно, ровно. В другую сторону. Продолжаем вытягиваться. Тело как струна. Если у вас затекают ноги, можно поменять в любой момент. Хорошо. И еще раз руки на ширине плеч, вытягиваемся. С круглой спиной вернулись. Руки назад. И чуть запрокинуть голову. Ощущаете обратное растяжение. Хорошо, и вернулись к центру. Мы будем переходить к вертикальной стойке, так называемая поза горы, и делать приветствие солнцу. Это комплекс активных упражнений для того, чтобы зарядиться позитивом, хорошим настроением на целый день. Итак, поднимаемся вверх и приступаем. Перемещаемся в вертикальную позицию. И разминаем стопы. Движения мягкие вперед-назад. Перекаты. Дальше движение коленями. Влево-вправо вращение. Ладони на колени. Сильно не давите. И повращали чуть тазом. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Ноги вместе. Руки через стороны вверх. Мягкий прогиб назад и наклон вниз к ногам. Спина прямая, макушку вытягиваем, расслабляем шею, спину. Поза слона. Смотрим вперед, вверх, перед собой. И делаем выпад. Левая нога остается впереди, правая нога назад, на ширине плеч, в длину, как вам удобно. Раскрылись. И наклон вдоль ноги, выпрямляем левую ногу. Потянулись вдоль левой ноги. Расслабили заднюю поверхность бедра, подколенное сухожилие. Разворачиваем правую ногу 90 градусов. И выходим в позу треугольника. Тело ровно, как у стены. Вытягиваем пальцы вверх. Затем движение руки как продолжение ноги за голову, вытяжение. И еще раз развернулись вдоль ноги, развернули при этом правую ногу носком вперед. Вытяжение вдоль ноги, ставим колено, как один из вариантов, делаем прогиб назад. Делаем планку. Перемещаемся в нижнюю планку, локти вдоль тела и собака лицом вверх, раскрытие грудной клетки. Дышим. Мягкий вдох-выдох. Перемещаемся в собаку лицом вниз. Оставляем руки на ширине плеч, ноги на ширине плеч. И затем кошачий прогиб. Колени ставим в пол, грудную клетку в пол.
пальцы. Старайтесь поставить руки на пальцы. И переходим в позу сфинкса. Расслабляем поясницу. Затем собака вверх. Раскрытие. И собака вниз. Как компенсация. Еще раз выпад. Левая нога вперед. Раскрылись. Делаем вдох. И представляем правую ногу. Наклон. Вниз. Выдох. Мягко через стороны. Руки вверх. Прогиб. И ладонью сердца. Несколько глубоких вдохов, выдохов. Еще раз руки вверх, прогиб, наклон. И сейчас будем делать в другую сторону симметрично. Поза слона. Смотрим вперед. На кончик носа. Вниз, выдох. Теперь левая нога назад. Ноги на ширине плеч. Вытяжение. Вдоль ноги наклон. Правая нога прямая. Переходим в позу треугольника. Разворачиваем ногу сзади. 90 градусов стопа. Вытягиваемся за пальцами высоко вверх. Рука за голову как продолжение ноги. Вытяжение. И еще раз вдоль ноги наклон. Развернули сзади ногу. Делаем планку. Собака лицом вниз. Потянули шею. Кошачий прогиб. Дышим спокойно, ровно. Поза сфинкса. Расслабили поясницу, шею, спину. Собака лицом вверх. Раскрыли грудную клетку, плечевые суставы, расслабились. Собака лицом вниз. Подтянули спину. Старайтесь крестец максимально вверх. Делаем выпад. Правая нога вперед. Раскрытие. Приставляем ноги. Наклон к ногам. И вверх. Руки через стороны. С мягким прогибом. И ладонью сердца. Итак, мы сделали с вами активный и динамический комплекс. И теперь приступаем к более спокойному варианту. Будем растягивать все тело. Итак, садимся опять вниз с прямой спиной. Еще раз руки через стороны вверх. И мягкая скрутка в сторону с вытяжением. Подышали. Еще раз вверх. Вытянули руки высоко. И в другую сторону. Мягкая скрутка. Хорошо. Центр. Вытягиваем ноги вперед. Ладони. Или на голени, или на бедра. И старайтесь натянуть таз на себя. Спина прямая, макушка вверх. Здесь не так важен наклон, как натяжение спины. Стараемся вытянуться. И теперь с круглой спиной можно наклониться вперед глубже. Дышим спокойно, расслабленно. И еще раз натянули спину, шею, макушку вверх. Несколько циклов дыхания. И еще раз наклон. Расслабились. Хорошо. Носки на себя, от себя. Потянулись вперед. Мягко. К центру. Вперед. К центру. Хорошо. Левая нога
чуть смещаем влево. Правая нога, пятка в пах. Руки вверх и вытянулись вперед. Стараемся, чтобы спина была прямая. Еще раз вытяжение макушки. Носок на себя. Дышим, расслабляемся. Подколенное сухожилие натягиваем. Несколько циклов дыхания. Дыхание спокойное, ровное. Теперь левая рука идет на левую ногу, правая рука идет назад в диагональ. И смотрим на правую ладонь. Мягкое раскрытие. Ощущаем, как все тело натягивается в струну. Хорошо. Вернулись. Еще раз наклон перед собой вперед. Отлично. Поменяли ноги. Правая нога вперед и чуть вправо смещаем. Левая нога, пятка в пах. Наклон перед собой. Вытянулись. Вытяжение тела. Почувствуйте, как натягивается задняя поверхность бедра, подколенное сухожилие, носок на себя и, конечно же, спина прямая. Правая рука на правую ногу, левая рука в диагональ. Смотрим назад. Спина прямая. Прямая спина – это самое главное здесь. Вытягиваете пальцы, взгляд в диагонали вверх. Делаем вдох, вернулись к центру. И еще раз наклон перед собой. Отлично, хорошо. Ноги вперед, чуть стряхнули ноги. И делаем бабочку. Стопы вместе, как можно ближе к тазу. И здесь опять же самое главное, сначала прямая спина. Берем себя ближе к пальцам ног. Вытянулись, раскрыли грудную клетку, спину, шею. Мягко дышим, расслабляемся. И затем с круглой спиной чуть глубже наклоняемся вниз. Потянулись за руками вперед. Возвращаемся к центру. И можно чуть подавить мягко раскрытие паховой зоны. Хорошо. Собираем колени, с усилием толкаем ноги вперед, делаем упражнение лодка. Ноги как можно выше, ладони, пальцы смотрят вперед, ладони друг напротив друга. И ногами делаем ножницы. И в другом направлении. Хорошо. Колени к себе. Ноги на весу пока. Раскрытие. Ноги вперед. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Собираем. Выдох. Раскрылись. Вдох. К себе. Выдох. Делаем. Раз. К себе. Два. К себе и чуть ускоряемся. 3, 4, к себе, 5, раскрылись, 6, 7, 8, 9 и 10. Кладем ноги на ширине плеч,
И с круглой спиной наклоняемся носки от себя. Мягкий наклон. С прямой спиной, как бы натягивая носки на себя по невидимым нитям. Спина прямая, макушка вверх. И еще раз. От себя носки. Тянемся с круглой спиной. И на себя. Натянули вверх. Хорошо. Отлично. Мы с вами хорошо позанимались. Растянули все тело. Задействовали мышцы, бедер, пресса, спины, рук. И теперь можно перейти к расслаблению. Ложитесь на коврик, вытягиваете ноги и начинаем релаксацию. Ложимся на коврик. Руки вдоль тела, ладонями вверх. Расслабляем все тело, вытягиваем ноги, расслабленное лицо, тело теплое, тяжелое, и волна внимания, приятной тяжести, тепла поднимается по телу, снизу от кончиков пальцев ног до макушки. Ощущайте, как расслабляются пальцы на ногах. Почувствуйте, как расслаблены подушечки пальцев, подошвы. Расслабляем пятки, лодыжки, щиколотки. И мягко продвигаемся вниманием вверх по телу. Расслабляем голени и икроножные мышцы. Дыхание спокойное, ровное. Ощущаем, как расслабляются колени, подколенные сухожилия. Расслабляем передние и задние поверхности бедра. Вам спокойно, хорошо и удобно. Ощущаете, как ноги полностью расслабились. Погрузитесь в ощущение тела. Почувствуйте, как вся тяжесть уходит. Ощущаете, как расслабляется зона таза, промежность, копчик, крестец. Расслабляются внутренние органы брюшной полости. Расслабляется живот и поясница. Ощущаете приятное, мягкое расслабление во всем теле. Чувствуете, как расслабляются ребра, межреберное пространство. Расслабляется солнечное сплетение, область середины спины, грудная клетка и между лопаток. Полностью расслабились мышцы спины, позвоночник, межпозвонковое пространство. Расслабляется передняя и задняя поверхность туловища. Ощущаете приятную тяжесть и расслабление в области плечевых суставов. Продвигаемся чуть ближе к пальцам рук. Расслабляем локтевые суставы, предплечья, запястья, ладони с внутренней и с внешней стороны, пальцы, кончики пальцев рук. Расслабляем шею, передняя поверхность и задняя.
Ощущение расслабления и спокойствия продвигается выше в область головы. Расслабляем затылок, макушку. Расслабляется кожа головы под волосами и лицо. Расслаблен подбородок, уши, щеки. Расслаблены губы, зубы. Язык спокойно покоится во рту. Ощущение расслабления в области переносицы и носа. Расслаблены глаза и область вокруг глаз. Виски, лоб. И почувствуйте, как ощущение релаксации погружается глубже в ваше тело. Еще раз почувствуйте ладони, стопы, колени, бедра, локти, шею, голову. И представьте, что расслабление погружается глубже в ваше тело, с поверхности кожи внутрь. Расслабляются связки сухожилия. Ощущаете, как расслаблена межсуставная жидкость и все жидкости в теле. Расслабляются мышцы. И погружаемся еще глубже. Попробуйте представить, как расслабляется поле ваших эмоций. Вам спокойно, хорошо и удобно, ничто вас не тревожит. Погружаетесь в состояние комфорта. Возвращаетесь к этому состоянию все чаще и чаще в течение дня. Ваши мысли расслаблены. Вам спокойно, хорошо и удобно в голове. Мирные образы, покой и расслабление во всем теле. Вы излучаете спокойствие, доброжелательность по отношению к себе, своим близким. Все, с кем вы взаимодействуете, ощущают ваш покой и внутреннюю гармонию. Через состояние расслабления вы погружаетесь в гармонию с собой, обретаете все больше сил, с каждым днем становитесь все более гармоничными внутри и снаружи, в общении с собой и с другими людьми. Делаем глубокий вдох, начинаем двигать мягко пальцами рук и ног. Медленные-медленные движения. Повращали кисти и стопы в одну сторону и в другую сторону. Потянули колени грудной клетки, мягкие перекаты на спине. Вперед-назад, влево-вправо. Почувствуйте позвоночник. Возвращаемся на коврик. Мягко садимся. Подбородок на грудь. Постарайтесь закрыть глаза и еще раз погрузиться в ощущения. Глубоко вглядываемся внутрь себя. Благодарим себя за практику. Радуемся себе. Открываем глаза, смотрим на ладони и на стопы. И еще раз через сторону руки вверх, вдох. Потянулись, улыбнулись. Вытягиваемся вверх максимально. Дышим.
и ладонью в сердце. Пожелайте всем живым существам, и в числе них, конечно же, себе и своим близким, здоровья, радости и хорошего настроения. Спасибо вам.